Сам себе мастер. Профилактика стиральной машины. У меня машинка Канди. Подставляем вот сюда вот тряпочку. Берем ножик. У меня будет тарелочка или тарелка даже не подсунется. И вот так вот мы откручиваем, откручиваем. Там собирается всякая кака. Машинку, конечно, выдернуть из розетки надо, мало ли, чтобы вас не долбануло током. Первый раз это делаю. Вот такая вот фигня вылезла. Вот это вот все мы моем, споласкиваем. И ставим на место. Здесь вот так вот старой зубной щеткой я все прочищаю. Вверху тоже вот так. Вот и все. Главное, чтобы вот вода не попала вот сюда. Сразу тряпку подставляете. Вот это вот все я помыла тоже старой зубной щеткой. И все мы на место вкручиваем. До упора. Ну вот и все. И теперь ваша машиночка вам будет служить долго. Вот так вот делаете примерно раз в полгода. Всем пока.